Я считаю, что закон есть закон, он сейчас принят уже, но мы, мне кажется, забыли здесь две составляющие при принятии этого закона. Одна действительно справедливость с авторскими правами, но другое – это справедливость и с ценой на их продукцию. Цену, опять же, на свою продукцию авторы или их посредники, которые представляют их права, иногда заламывают до такой степени, начиная от авторских прав на интеллектуальную собственность, музыку и так далее, до авторских прав на продукции моды и так далее, когда ясно, что реальная стоимость продукции такая, а виртуальная она выскакивает сотни раз. Естественно, возмущение-то у людей было такое, что если было бы все, миллионы людей платят за это и делать цены нормальные и приемлемые, а не ориентироваться на олигархический западный рынок, тогда бы и возмущения не было. Но когда перекрывают возможность людям, у которых и так нищие, где у нас 30% населения сводят концы с концами, и, может быть, многие не могут найти другого, как развлечь хорошую музыку, а им из кошелька вытаскивают последние деньги, вот нужно вот эту золотую середину соблюсти. Вот как мне кажется.